Итак, активная фаза работ по благоустройству на подходе. Первое, что приходит в голову, это современная городская среда, программа, по которой благоустраиваются дворы и общественные территории. Однако дороги и коммунальная инфраструктура имеют первостепенное значение. Первый вопрос у нас подняли вот там электрические сети, нативное выделение коридоров для подключения к сетям электроснабжения новых строящихся домов в районе Арба. И второй вопрос – это водоканал, тоже со своей проблемой по устройству камер. Где работы по прокладке коммуникаций в Абакане зачастую приходится вести с нуля, так это новый жилой район Арбан. Абаканские электросети в ходе заседания обсудили совместно с департаментом, где проложить кабель с учетом дальнейшей реконструкции улицы Кирова. Предварительно, частично он пройдет по территории будущего парка, который спроектирован на естественном рельефе. А если где-то вот здесь только перейти один раз, а второй вот здесь вдоль пройти, это что-то облегчает или ничего не облегчает? Ну, у нас весь проект по парку Арбан, он весь на рельефе, ничего не отсыпается. Отдельное внимание штаб уделил улице Жукова. С началом дорожного сезона здесь стартуют ремонтные работы по нацпроекту БКД. Как известно, такой ремонт проводится комплексно. Проект в обязательном порядке включает в себя оборудование удобных пешеходных переходов с хорошим освещением. Именно этот вопрос, уличное освещение, конкретно на маршала Жукова, станет, пожалуй, одним из сложнейших во время реконструкции. Елена Лобанова, Александр Кожевников, новости.